Страдания порой разрушают иллюзию, что мы имеем силы и способности управлять нашей собственной жизнью. Вера смотрит на жизнь с точки зрения доверия, а не страха. Какой бы хаос ни творился в настоящем, над всем владычествует Бог. И Он является Богом любви, Богом, для которого я важен. Никакое страдание не длится вечно, и никакое зло в конце не восторжествует. Любите Христа, и вы возненавидите то, что стало причиной Его смерти. Погружайтесь в глубины Небесного моря и находите там жемчужины мудрости. Спускайтесь в рудники Божьего всеведения и собирайте там алмазы знания. Все это надежные способы стать богаче духовно. Я слаб, но у тебя сила. Я грешен, но у тебя праведность, а в твоей смерти моя жизнь. Беда может отнять у вас что угодно, кроме Бога. Поэтому, если Бог для вас большая безопасность, более глубокая безопасность и более сильная надежда, чем что-либо еще в мире, вы не бойтесь никаких проблем. В минуты искушений призывайте Христа, который поможет вам противостоять соблазнам. Он был искушаем, как и мы. Он сочувствует искушаемым и всегда готов вступиться за нас. Доброе утро, мой драгоценный друг!